В преддверии Нового года в Люберцах открылась еще одна резиденция Деда Мороза. Главный новогодний волшебник обосновался в музейно-выставочном комплексе. Чем позабавят юных люберчан в гостях у сказки, узнала наша съемочная группа. Одиннадцатилетняя Яна Павлова искренне верит в Деда Мороза и ждет встречи с ним. Она пришла на открытие его резиденции, чтобы увидеть зимнего волшебника одной из первых. Я ему уже написала письмо, и у меня есть брат, мы с братом ждем его. Я вот хотела фломастеры, и надеюсь, что мне он принесет фломастеры. Долгожданный волшебник пришел в свой новый дом не один, а со Снегурочкой и главой округа Владимиром Ружицким. Они вместе с ребятами открыли резиденцию и зажгли огни на новогодней елке. Дед Мороз, волшебник или нет? Волшебник. Волшебник, да. Поэтому я думаю, что все задуманное сбудется. Поэтому, друзья мои, мы еще до Нового года время есть. Есть над чем подумать, задуматься. И думаю, что чудо обязательно будет. Дети вместе со сказочными героями играли в снежки, хлопали в ладоши, занимались рукоделием. Даже отрицательные персонажи стали добрыми и веселили ребят. И побегать, и попрыгать. Снежки, целая стена у меня. И самое классное, хайповые, трендовые бумбоки мы снимаем. Это сказочный тикток. Мы снимаем с детишками тиктоки и выходим на мировые тренды. Работают здесь мастера, помощники Деда Мороза, настоящие мастерицы. Также здесь проводится интерактивная программа. Веселая, с играми, с танцами, с выходом Деда Мороза, с зажжением елочки. Так что, ребята, будет интересно. Приходите. Резиденция Деда Мороза в музейно-выставочном комплексе работает каждый день с 10 до 19.00 по предварительной записи. Всего в округе открыто 9 резиденций, 16 новогодних мастерских и 41 почта. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.